Генетическая предрасположенность бороться заложена практически в каждом из нас, но не каждый раскрывает ее, возводя в абсолют. Еще на заре человечества люди пытались определить самого сильного в своем прайде и использовали для этого борьбу. Историки нашли следы того, что люди боролись еще во времена шумеров около 5000 лет назад. Также много исторических доказательств существования борьбы со всеми атрибутами спорта, судейством, зрителями, выявлением победителя, тренировочным процессом, найденных во времена Древнего Египта. Борьба как единоборство отличается от того же бокса и карате, который я раньше разбирал, тем, что исключает любые удары, а победить в поединке здесь можно разными способами, в зависимости от правил конкретного вида. Все виды борьбы отличаются друг от друга, но в этом выпуске мы рассмотрим национальную борьбу тувинцев хурэш. Ведь хурэш – это не просто схватка двух атлетов, это прежде всего поединок двух духовных сил. Издревле считается, что в хурэше присутствуют три составляющих победы – боевой дух, мастерство и масса борца. И кроме того, это самобытная тувинская традиция и своеобразный кодекс чести. По мнению кандидата педагогических наук, профессора из мира борцовских дисциплин Аргалера Чувюрековича Андара, борьба появилась на территории Тувы достаточно давно, как минимум в 11-12 веках. Изначально это были рукопашные схватки, так как тувинцы вынуждены были сражаться с иноземными захватчиками. Упоминание борьбы хурэш содержится и в тувинском эпосе о героических богатырях. Борьба хурэш впервые письменно упоминается и в сборнике летописей 1207 года персидского летописца Рашид ад-Дина. Там говорится: первые воины Чингисхана в верховьях Енисея организовали большую борьбу. Поборемся, Таргутай. Я сейчас пьяный, ты меня победишь. Давай. Мало того, что дурной, ты еще и слабый. Новый толчок к развитию борьба хурэш получила в период существования Тувинской Народной Республики в результате целенаправленной государственной политики. Получили развитие такие элементы хурэша, как жеребьевка, представление борцов, присуждение титулов, требования к спортивным костюмам и, само собой, исполнение танца орла. Перед началом соревнований традиционный танец «Полет орла». Тридцать две пары сильнейших борцов одновременно начали состязание. Проигравший выбывает из соревнований, а победитель вновь исполняет танец орла и продолжает борьбу. Немногие знают, но в закромах киноархива Тувы есть киноочерк с одноименным названием, снятый Свердловской киностудией. На праздничном ужине обычная советская семья смотрит по телевизору трансляцию соревнований по национальной тувинской борьбе. В этих соревнованиях участвуют все самые сильные борцы Тувы. Главный приз победителя – лучший скакун республики. Велико было удивление главного героя, юноши по имени Темир, когда в качестве приза он увидел своего собственного скакуна Седогривого. Темир решает немедленно ехать в город и во что бы ни стало вернуть своего коня. Для достижения поставленной цели он готов на все, даже бороться с чемпионом. Захватывай! На себя! Всё, на себя! Всё. Вот так! Еще раз! Вот! Оп. Молодец! Молодец, Ире! Держи! Держи, держи! Все! В конце 20 и начале 21 века были окончательно утверждены правила борьбы хурэш, порядок вручения призов и званий борцам. Популярность хурэша в наших краях обусловлена и тем, что для проведения схватки не нужно ничего, кроме ровной, да и то не всегда обязательной площадки. Хурэш мало травмоопасен, в то же время зрелищен и развивает настоящие мужские качества. Силу, ловкость, характер, волю к победе, умение терпеть и преодолевать боль. В Туве соревнования по хурэшу проводят с завидной регулярностью. Празднование Нового года по восточному календарю Шага и празднику республиканских животноводов Надым ни одно событие не проходит без борьбы. Но мы остановимся на майских соревнованиях, которые прошли накануне, на праздничных выходных. Первое мая. Стадион имени Владимира Печиола. Здесь идет турнир по хурэшу в честь 1 мая. Соревнования забрали 90 сильнейших борцов Тувы. Лучшим стал эрзинец Баткарбасан. В финальной схватке ему уступил улухемец Айдынмангуш. Призерам турнира вручили скакунов и мелкий рогатый скот.
Через неделю соревнования по круговой системе, где каждый атлет борется с каждым. Такая система у болельщиков считается наиболее справедливой, но при этом требует наибольшего числа схваток, что занимает больше времени для определения лучшего. На этот турнир приехали борцы из Монголии. Принципиальные соперники – Басанжап Сирот и Дождарен Цандаюш. Но до финального они не добрались. Чемпионом стал Сайнбек Тулюш, вторым – Начинмерген Оржак. Монголы поделили между собой третий и четвертый места. Это соревнование в честь 77-летия Великой Победы. За звание сильнейшего борются свыше сотни борцов Тувы. В одном из полуфиналов над монгольским атлетом Дождаремом победу одержал Сылдыс Монгош. Так он поквитался за соотечественника Сайнбека Тулюша, который гостю из Монгольской Народной Республики проиграл восьмерке сильнейших. Во втором полуфинале Начинмерген Оржак одолел Айдаша Санхо. В финале победил Сылдыс Монгош. В выпуске спорта про национальную тувинскую борьбу надо рассказать и об обладателе верховного титула исполин Учитенмега Аяси Мангуши. Регалий у него не счесть. 17-кратный чемпион Надама, заслуженный мастер спорта, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира по сумо, многократный чемпион России и Европы. Сейчас Аяс Мангуш тренирует и готовит новую смену сильных борцов в детско-юношеской спортивной школе Госкомитета Тувы по физической культуре, спорту и туризму. И в завершение выпуска хочется вспомнить одну тувинскую легенду. Давным-давно собрались борцы, провели обряд приношения духу священного озера Судхоль и забросили в него все завоеванные борцовские трофеи и драгоценности с благопожеланием. Да пусть никогда не иссякнет сила борцов земли тувинской. Пусть будет вечно так. Так и случилось. Ежегодно на борцовское поле выходят молодые, талантливые атлеты, которые уверенно заявляют о себе. Обзор на самый почитаемый тувинский вид спорта для вас готовил РС Мангуш, монтаж Айден Кулар. Услышимся!